Почему важен этот фильм? Потому что очень важно зафиксировать и понять этот материк, который все-таки уходит, материк под названием Одесса. Не только этот материк, но и таких атлантов, которые живут и жили на нем, таких как Борис Литвак, Михаил Жванецкий, Юрий Михайлик. Очень важно понять, почему этот город важен для огромной страны под названием СССР, был и остается. Очень важно понять, почему именно этот город дает стране все время поэтов, писателей, художников, режиссеров. Любой рассказ об Одессе, он должен как-то остаться в памяти.